Вот модель, основанная на преобразовании, основная суть — это постоянная работа над ошибками, накопление знаний в виде каких-то активов, артефактов. То есть мы с каждым разом работаем с требованием, как-то их модифицируем. Мы готовы к тому, что требования меняются, вот, которые приходят от заказчика, от рынка, то, что нужно проводить с ними какую-то работу, формализировать, исправлять, проверять. И, конечно же, это оптимизация. Вот два таких момента: работа с требованием и оптимизация. Оптимизация — это уже больше касается непосредственно разработки, то есть во время проектирования и реализации системы, сопровождением, когда мы можем создавать для своих нужд компоненты с возможностью повторного использования. Ну, либо их создавать, либо проверять на практике применимость конкретного набора и в дальнейшем в своих проектах это использовать. Опять же, регистрация хронологии разработки и так далее.